За границей-то вон все же они убирают. Там чистота вон какая. Да. Ну, то есть вы готовы за свою собаку убирать? Да буду убирать, от чего раз, да все. В Самаре вводят культуру выгула собак. В Ленинском районе появились боксы с гигиеническими пакетами. Внутри специальный совок. Сами пакеты биоразлагаемые. Планируется, что у каждого бокса установят и урну. Владельцы собак нововведение уже оценили. Мы всегда за все положительное, за все современное, перспективное, так сказать. Конечно же, мы за. Сама идея родилась в молодежном совете при администрации Ленинского района. Там уверены, что пора перенимать зарубежные традиции и приучать хозяев собак к порядку. В итоге нашлись спонсоры, и первую партию пакетов и держателей для них уже установили в городе. Денег на самом деле ушло немного, порядка 25 тысяч рублей. Это все полный набор. То есть это получается диспенсер, столбы и пакеты. Пакетов закупили 2 тысячи. На данный момент на территории района расположено 4 диспенсера для того, чтобы жители могли воспользоваться данными пакетами. В ближайшее время планируется установка еще около 40 диспенсеров. Каждый житель сможет указать место, где необходимо поставить бокс с пакетами. Заявку нужно оставлять в администрации Ленинского района. В будущем такие контейнеры должны появиться по всему городу. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.